Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Game. Сегодня у нас с вами воскресенье и посмотрелочка на PlayStation 1 под названием Exector. Какая-то японская игрушка, которая вышла 95-го года выпуска от разработчика Arc System Works. Издатель тот же самый, в жанре экшн-шутер у нас жанр. И, короче, она... Ну, она на английском, но она типа японский регион. Хер его знает, давайте... Короче, easy, level easy, давай на нормале. Sound back game, все так громко, все очень сильно громко, и все на старт работает. Ладно, game start. New game password даже можно. О, нифига себе, давай new game, посмотрим, что за игрушка такая. Я-то посмотрел по видео, вроде какая-то вид с видом сверху, а там хер его знает, сейчас посмотрим. Может, она какая-то разнообразная, типа, знаете, то летать, то сверху, то снизу, то stage, так, stairway to heaven. Ага, окей. Во, бляха. Че это? Он сам делает что-то. Так, поверяп, это уже я. Так, подождите, пацаны, а как тут это? А что, стрейфа нету? А я не могу двигаться. А стрейф есть? Стрейфа нету, алло. Вот, как-то есть, только не пойму, как он, сука, работает. И он очень сильно плохо работает. Стрейф очень плохо работает. Как двигаться-то, когда ты... Вот, блин, двигайся, чувак. А, сложно. Я просто боком не умею ездить. Ой, у меня уже жизни нету так-то, если что. Ой, все, меня уже завалили. Блин, а сложно, тут управление немножко тупорылое. И в плане того, что стрейфа нету. Как стрейфа нету, если в ракеты летают? И видите, какая херня? Смотри, они стреляют просто как с пулемета ракетами. Паспорт 3-4-3-5. А что, классный паспорт, если это первый уровень. Ну давай, попробуем сейчас разобраться в управлении. Немножко управление какое-то туповатое. Только долго грузится вообще жестко. Загрузка долгая максимально. Да блин, а ты можешь это быстрее скипнуть? Я заколебусь так постоянно. О, там карта, как-то карту включил, как квадратик. Хорошо, как... Вот стрейфиться вообще неудобно, прям вообще. В такой игре должен быть стрейф. Но стрейфиться реально неудобно. Вот смотри, я боком не умею ездить. То есть он, блин, неадекватный. А эти херачат только так с ракетниц. Это жизнь-ка, ни хрена себе. Я взял power. I have a power, чувак. Я буду их валить, короче, издалека. А если я еще раз возьму, что будет? Да блин, кто? Блин, они без... А, еще и наводящая. Серьезно, вы что прикалываетесь? Тут от обычной хер уйдешь. Блин, а вот тут еще и наводящая. Ты что, дебилушка? Кто такое придумал? Какой придурок? Это бесконечно, я так понимаю, да? Хорошо, давай, смотри, на квадратике у нас есть карта. А, что это? Бедяги! Что-то, это стрелять. Это... Ага, лазер какой-то. Да блин, еще наводящие, вы что прикалываетесь, пацаны? Ну что за херня? Наводящие ракеты, прикинь. Так, shift... А, не понял. А, вот как стрейфиться. Ядрить твою мать, как сложно-то. На R1 стрейфится. Да кто там с ракетницы валит? Блин, они бесконечные, походу. Они, походу, реально бесконечные. Это нереально, ты чё, они в любом случае будут попадать. Они бесконечные. Противники бесконечные. Так нормально вообще-то? Ну ладно, хоть нашел как стрейфиться. На R1 получается. Но это очень плохая игрушка, уже мне не нравится. Потому что, ну, знаете, если противники бесконечные, то это уже автоматически плохая игра становится. Они еще стреляют из-за тумана войны. Кто там такой мощный? Где ты? Кто стрелял? Кто стреляет? Ты стреляешь, что ли? Так ты же не этим стреляешь. Что за херня? Пацаны, вы же ракетами стреляете. Ты посмотри на это. Блин, вот это трэш. Вот это трэш, я понимаю. Это японский трэш. А куда идти-то? Ну, блин, бесконечные противники, конечно, это весело, да. Согласен. У меня какой-то лазер... Лазер есть. Что вот это такое?
сука. Говна кусок. Я, это, блин, это битэмап или что? Я, ну, в смысле, не битэмап, а... Чё тут постоянно вот под противники? Какого хера? Короче, надо что-то сделать, только я не пойму сейчас что. Нифига себе! Это что еще за ракетница? Откуда? Что нужно сделать? Вот сюда пройти? А, тут можно проходить. Что это? Бомба? Что-то взял. Щит взял. Хорошо, тут можно хотя бы немножко передохнуть. У меня 9.21 тайм какой-то идет. Но у меня есть еще, я могу переходить вот в эти. В комнаты могу переходить. Воу! Чё? Вот что это сейчас? Вот что это сейчас? Это ракетница так стреляет, прикинь. Просто тупо на весь экран. И тебе некуда даже уйти. Вот это можно брать? Писяй, питяй, писюйкой, да, писюйкой. О, я проапгрейдился так-то, я теперь ракетами херачу. Нифига себе! Вот это нормас. Они бесконечные? Так, нужно что-то сделать, только не знаю пока что. О, вот это нормалёк. Только неудобно немножко. Пити-пикай. Чего? Ракетница, блядь. Шикарно. Я все, я проапгрейдился. Что-то взял. Только не знаю, как использовать. Есть какие-то еще шифты, может быть. Мне нужно попасть в дверь вот туда, да? Ну, погнали. В чем проблема? Так, это по площади, походу, херачит. Да стой ты, куда ты? Слезь ты с этой херни, каруселька твоя. Ух. А это что? Блин, что-то поднимаю, как селик. Ух ты, вид с глаз, нихера себе. Шикарно, шикарно. Чувак, ты далеко? Хуряп, хуряп. Куда я там выдаю? Он за мной едет. Это я так делаю? Так, хорошо. Вот это что такое? Так, куда-то на второй уровень, наверное, походу. Вот это, блин, а игрушка что-то такая прикольная, вроде как бы. Ну, только она очень динамичная, очень сильно непонятно, что куда, где и как. Так, это второй уровень. Мне, короче, за 10 минут надо куда-то дойти. Не знаю. Фу. Не знаю, куда, как все громко. Воу-воу-воу-воу! Это я так делаю, хорошо, отлично. Это у меня спецприем. Иногда он срабатывает, иногда нет. Он с шансом каким-то работает. Ладно, окей, нормально. Вот, смотри. Шикарно, да? А, щил, так, мне нужно куда? Мне нужно на зеленые эти. Просто вот так забегаешь и просто шмаляешь во все стороны. Ах ты, скотина. Ого, да все, я непобедим, чуваки. Смотри, что делаю. Просто зачистка пошла. Так, тут что-то понабирал, чего? У меня же жизни бесконечные. Кто застрял там? Так, налево. Не понял? А куда пушки делись? У меня пушка пропала. Какого хера? Как переключить? Блин, они бесконечные опять. Вы заколебали, пацаны, бесконечничать. Как пушку переключить? Это камера. Это стрейф какой-то дебильный. А как пушку переключить? Блин, у меня пушка пропала, прикинь. А чё, она не бесконечная, да? Так не прикольно.
Смысл тогда в прокачке? Так, что-то подбираю, не знаю чего. Вообще не понимаю чего. Привет, ты сзади, да? Мне вот сюда. У меня уже жизни нету так-то, кстати. Потому что меня ракетницы просто выбили, у меня не было чем стрелять их. Так, это... Тихо, спокойно. Критика, критика, мало жизней. Где патроны какие-то, что-нибудь? Где прокачка, алё, жизни где? Тут что-нибудь. Стрейф, стрейф, конечно, здесь неудобный, Макси. О, ракетницу хотя бы взял. Просто здесь не показывается, сколько у меня его осталось. Что нужно сделать? Фух. Так, подожди. Вот сюда. Блин, пацаны, ну хорош. Ну вы же бесконечные, вы в курсе. Мне надо на лифт какой-нибудь, да? А на любой можно? Блин, это вниз, подожди, не туда поехал. Откуда я знал? Это на первый уровень, да? Что ты играешь, какая же японская мать твоя. Хера себе он дебилит. Так, это жизнь. А вот это что-то... Так, тут можно немножко жизни набрать. А вот... Это же лифт-то, бляха-муха, хватит! Ты смотри, какая текстурка! Вообще просто непонятно, что летит. Просто текстура на весь экран. И ты думаешь, и чё там, чё там? Это же я на первый уровень вернулся, правильно? А может мне вон туда? Подожди, а как туда попадают? Чувак, ты чё, застрял? Я уже был. Так, а вон туда как попадают? Вон в ту штуку. Так, кто-то ко мне залезть пытается. Собака. Все, идем тогда на этот, на как его? На лифт. Назад. Я не знаю. А если на второй лифт пойти? Не на вот этот, а на вот тот. Да, блин, хватит! Какой дурак придумал это, что противник и восстанавливается через каждые 2 секунды? Что за херня? Что за прикол? Так разве интересно? Зачистка уровня идет. В какого хера восстанавливаются противники? Это ж так неинтересно вообще ни разу. Так, ну я так понимаю, мне может вот сюда? Вот, тоже наверх. Хорошо, поехали на следующий этап. Было бы... блин, игрушка прикольная, только если бы она была сделана нормально. Нормальное управление, нормальная прокачка какая-то и без бесконечных противников. Какой дурак это придумал? Ну этот дурак реальный. Еще ракетницы, когда стреляют, просто тупо, ну непонятно, что они стреляют в тебя. Потому что они закрывают весь экран своими этими стрейфами. Не-не-не-не, блин, он еще исчезает. Ты что, прикалываешься? У меня робот хотя бы быстрый. Он типа стрейфится нормально так-то. Что-то взял. Вот так можно, короче, накрывать просто. И похер, что кто там есть. А, не так, они наводящие еще. О, да вообще хана. Брики мапи. Так, мне нужно искать лифт, а едем прямо. Он забрал мою штуку, что ли? Ай, где тут проход? Так хватит в меня стрелять-то, ублюдок. Я нахер сейчас всех тут перебью. Вы будете меня бесить. Так, подожди, вот это вот нехорошо, что у нас тут... эти восстанавливаются ракетницы, и они стреляют постоянно. Они будут вот так по кругу меня валить.
Я тут что-то понабирал кучу всякой херни. Я не знаю. Подожди, а тут где-то проход должен быть. Где он? Где проход-то? А вот он. Заметил. Не, ракетница вот эта наводящая по-нормальному тоже. Главное за жизнями следить. Что-то пробил. Что-то пробил дырку какую-то. Зачем? Тут есть лифт. Тут есть лифт. Едем на лифт. Блин, а он вниз, сука, падла. Ладно, едем сейчас назад. Я ж так понимаю, он меня назад вернет или нет? Или это одноразовый лифт? А, вернет, хорошо. А, я попал вон ту... Блин, а может не туда? Может не туда надо было что-то там взять, нажать? Блин, надо было посмотреть. Подожди, пошли посмотрим. Долгая загрузка, конечно, вот это. Без черный экран, без лоадин, без нихера. Ты такой, ну окей, ладно. Игрушка зависла, наверное. Может тут что-то есть? Просто посмотреть. Суки. Рики Мапчи! Что вот это? Ага. Блин, прикольно. Это мне максимальной жизни, да? А, я вон синяя какая-то, синюю какую-то хрень взял. Вон слева у меня внизу. Блин, что-то какие-то ружки, я не знаю, там вон одна, другая это. Как их использовать, как их переключать? Не знаю, что там на квадратик еще можно, типа, сделать вот так, типа... А, нет, на квадратик не работает. Я хер его знает тогда, что это. Так. Да что ты меня целуешь? И нахер. Так, смотрим карту. Где карта? Карта, блин, выключил карту на... А, это на треугольник. Это на треугольник, а мне нужно... В центр мне нужно. Вот сюда зайди! Зайди, сука! Спасибо. Сука, попал. Ладно, идем на вот этот лифт. Я думаю, что мне сюда. Надеюсь. Да, это вверх. Хорошо, есть, красава. Ух. Экшен, экшен, экшен. Какой-то гребаный экшен. Хоть бери, да сохраняйся. А как выйти? Ага. Что такое желтенькое? Ага, это на треугольник. Это просто так. Так, жизни есть, хорошо, полная синяя. Что такое синяя? Еще какая-то пушка. А что, я отсюда не вылезу, да? То есть мне нужно вот сюда. Что, левел 31, 310? Я сюда не могу попасть? Блин, что-то нужно сделать. Что-то нужно сделать на предыдущих уровнях, чтобы я попасть сюда. Левел 310. У меня уровень 310 нужно набить. А какой у меня? У меня уровня-то нет. Ну, если паузу нажать. Тут карта просто, да? Значит, мне тогда нужно вон как-то пробраться туда. На вот эту зеленую снизу точку. Хорошо, а куда попасть? Поехали тогда вон. Сейчас посмотрим. Знаешь, куда? Вон туда. Еще вот в эти двери пока попадешь, это просто жесть. Короче, накидываем ракет кучу миллиарда. Как пройти? Тут же нету прохода, бляха-муха, как? Ну, я как вариант, можно попробовать суперсилу какую-то использовать. Нет. А как что-то пролезть? Подожди, а как туда пройти-то? Там лифт, там два лифта. А как же попасть-то сюда? На эту сторону. Получается, только через лифт какой-то. Еще от этого отчет времени идет сейчас постоянный. Или что это идет? Так, получается, тогда давай возвращаться назад.
Попробуем. Так, подожди, а тут два лифта. А с какого я вышел? Мне нужно наверх. Мне получается, надо наверх. Давай попробуем в этот влезть. Или где он? Подожди. Вот в этот. Нет, это вниз. Подожди, тогда в тот. Это вниз, нам вниз не нужно. Это там, где 4, да? Давай назад. Блин, а игрушка-то задумка прикольная. На PlayStation 1 вот такой экшен. Тогда-то, а ты чё, нам бы кайфовали. Мы бы кончали бы от неё. От этой игрухи. Просто только она, если бы... Так, стоп. Только если бы она немножко нормально была сделана. В плане вот... Не знаю, даже от того же самого управления. Мне там кто-то пытается сзади долбить. Но я не поддаюсь к этому. На эти провокации. Так, спокойно. А подожди, где этот лифт-то? Вот так. Что в этот за херня ездит тут? Что это? Не знаю. Поехали сюда. Так это тоже вниз. Подожди, эти два рядом, блин. Они два рядом, да? Ну да. А я вот там был с того края. Блин, а я опять взял эту гребаную пушку. Как ее выключить? Так, хорошо, мне нужно вверх. Ну, давай попробуем еще туда сходить, я не знаю. Только как туда попасть? Вот эти конечные, я так понимаю, патроны. Ай, блядь. Больно. Так, подожди, по какому я двигаюсь? А я по вот этому туннельку двигаюсь, да? Блин, отошел буквально на... Буквально отошел на шаг вперед. О, вот это вот нормально. Ракеты лучше намного. И они бесконечные. И они летят на весь экран. Так, вот сюда. Ух, всех замочу, падлы. Так, мне жизни надо. Нужно аккуратно, у меня жизни меньше стало. С них иногда падает что-то, а иногда не падает. Что-то красное, я не знаю, что такое красное. Ага, ракетница. Так, это лифт куда? Вниз тоже, в смысле, блин? А куда идти-то? Тут нужно выучить, куда идти, чтобы пройти эту игрушку, потому что вот так вот где-то там тыка бегать. Тут нужно знать, куда. Не, это все очень классно, только на кой хер? На кой хер я сюда вышел? Тут что-то нужно взять? Может, кстати, да, как вариант, нужно какую-то штуку найти, чтобы пройти дальше. Ну какую? Ты чё? У меня ракетницы наводящие. Так тут я был, да? Ну да. А вон что-то есть. Миссайль, миссайль! Блин, а эти не наводящие, эти прямые. Тут есть еще обычные эти ракетницы. Блин, Grenade Launcher взял, короче, херню. Нет, зачем? Блин, еще надо выучить, что означает какая херня. Что брать, а что не брать. Что нужно брать? А это я на начало вышел так-то. Что нужно брать, а что не нужно брать? Что вот это за херня? Какие-то эти... Дайте пушку, пацаны. Во! Нет, это не пушка. О, миссайл. Все, я беру, я оставляю миссайл. Все, идите нахер. Поехали вот сюда.
Что это? Не, это ракета. Это какая. Блять, а что где? Как понять? Миссайл это хорошо. Да блин, я застрял. Так, тут есть лифт. Ну так это же на дальше, в смысле. Ну блин, а куда идти? О, бляга, игрушка классная, мне понравилась. Такая экшеновская прям, только я не могу понять, куда нужно идти. Как там это самое? Там я был, там вниз. То есть мне нужно вот сюда. Только как, а дальше как пройти? Дальше непонятно. Дальше непонятно. Ну игра классная, мне нравится. Вот умели делать же игрушки, правильно? Вот, ребята, только эти игрушки до нас не доходили. Мы в них не играли. Вот такую я точно не играл. Ни разу. Да блин, это вниз опять. Запомни, какой лифт, где куда. Ну тут я уже был. Тут я все обшарил, тут ничего нет. Там он миссайлы какие-то, потом он еще какие-то синие. Как их переключать-то между собой? Там левая это клавиши. А тут есть на паузу? Ничего нет на паузу. Так, хорошо, тогда погнали. В центральный в этот. Да блин. Да залезь ты, блядь. Блин, с них ничего не падает. Хоть бы жизни падали, я не знаю. Так, мы поехали в этот. На роботушках стрельба, ракеты, пушки, прокачка немножко. Минимальная, но есть прокачка. Так, хорошо, смотри, я зашел сюда, но тут только лифт меня может спасти. Вот этот, и больше ничего. Только тут написано level 31D или 310. Так а чё, ты, что значит это? Блин, вот это вообще прикольно. Как переключить тарушку? Что вот это такое? Это типа ускорение? Ну это да. Нолик. Что вот это тоже непонятно. Не знаю, оружку как переключать, не знаю. Он какие-то еще синие есть, но они ничего не дают. Что нужно сделать? Куда? Куда нужно идти? Непонятно. Какие-то синие штуки есть, но я не нашел кнопку, как их переключить. Так, куда же идти-то, а? Как попадают вон туда, вот в этот портал? Вот сюда, как попадать? Может, тут надо пробить стену, только как? А, может, вот так? А что, не работает? Нет, не так. Окно не пробивается, ладно. А что же тогда делать? Ну, поехали тогда еще посмотрим туда. Да ты скотина! Будешь меня бесить. Вот тут, смотри, вот тут же стекло пробил. Почему? Мне жизни уже мало. Тут же стекло пробило, а что дальше не пробивается? Что харьяб, харьяб? Я не знаю, куда идти, харьяб. Не харьябит нихера. Я не знаю, куда идти. Что ты мне харьяпаешь? Покажи, куда идти. Пальцем. Тыкни мне.
А это так-то все сейчас, если что. Я не знаю, куда идти. Ну, не знаю, в какой портал влезть, чтобы мне было нормально. Это вниз. Правильно же? Блин, эти еще восстанавливаются, падлы. Хорошо, а ну-ка пойдем вон туда. А с них ничего не падает, да? Блин, кто-то сзади прилетел. И жизнь здесь одна, кстати. Жизнь просто тупо одна. Если тебя убили, то все, ты все заново, я так понимаю, да? Уровень заново. Прикол. Прикол. Уровень заново, да, полностью, если тебя завалили. То есть жизнь одна, и нужно понять, куда идти. Но я не знаю, я не понял, куда нужно шмалять. Все порталы, ой, говорю, порталы. Все лифты вроде перепробовал. То это самое... Не знаю, куда реально нужно шмальнуть. Просто реально не понял. Да. Да еще собака с наводящими ракетами. Ну, короче, это... В принципе... Блин, так он намного быстрее передвигается. А стоп, а вот это что за... Ой, наводящие ракеты, все. Хана чувакам. Подожди, а вот тут вот какой-то проход. Вот это что такое? Ой, блёха! Так, хорошо, ну тут я все забрал. Ну, короче, ладно, давайте, ребятки, на этом закончим игрушку. Прикольная, довольно-таки мне понравилась, неплохая. Ну, блин, немножко непонятно, что нужно сделать и куда идти. А так-то, в принципе, разобраться и вообще отличная. Но, довольно интересно. А вот сюда я вроде же не ходил, да, или ходил? Ходил. Блин, это обычные. Короче, ладно, давайте на этом закончим. Вот здесь. Довольно прикольная задумка такая, бегать с этим. Ну, только есть тайм-лимит какой-то, это тоже как бы минус, потому что по таймингу всегда бегать, это нужно как минимум раз ее пройти, чтобы знать, куда бежать. А так бегаешь тупо вроде и туда и сюда, по всем этим скачешь, как дурак, как по этим порталам не знаешь, куда идти. А так довольно мне, знаете, понравилось еще такой довольно, как это называется, типа, с видом сверху от третьего лица, как типа, блин, какой-то не слэшер, не слэшер, какой-то экшен-шутер, типа еще на мехах нормально, вообще игрушка четкая, только надо знать, куда идти. Потому что бегать вот так вот просто так, нет, неинтересно. И нужно еще знать, куда, какие брать с собой пушки, оружки, потому что они здесь разные, и все выглядят как-то, ну, нужно знать, как она выглядит, чтобы ее не брать. Например, ракетница здесь классная, бомбочки вот эти не очень прикольные, и пулемет не прикольный. Самое классное — это ракеты, потому что летят далеко на весь экран. Так что, в принципе, годная штукенция, ну, непонятная. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр, ссылки в описании под видео, комментируйте. И всем до встречи в следующей какой-то посмотрелочке на PlayStation 1. Кстати, не забывайте их предлагать. Так что все, всем пока.